Добрый день. Здравствуйте. Еще раз. Меня зовут Алексей Ли. Я вот купил в компании RDM Import машину Honda Mobile. А какого года? 2007 года. Угу. Автомобиль вы уже посмотрели. Да, какие впечатления первые? Какие эмоции? Ну, то есть автомобиль в хорошем состоянии, соответствует аукционному листу. Вот, видно, что машина свежая, маленький пробег. То есть хорошая машина. А насколько вам понравилось взаимоотношение с нашими менеджерами? Ну, я работал с Виталием с меня, вот, и то есть все прошло на высшем уровне. Мне понравилось. Спасибо вам за эти слова. Скажите, как вы планируете использовать свой автомобиль? Для каких целей? Кто будет за рулем? Машина покупалась для семьи, будет водить супруга. У меня трое детей, она будет их водить там в садик, в школу. То есть, когда покупали, ну, искали вариант машину, где можно возить много детей. Ну, надеюсь, что все вас устроит и в процессе эксплуатации. Вам будут сопутствовать ровные дороги. И вы за следующим автомобилем придете к нам. Ну, я тоже надеюсь. Спасибо. Хорошо, спасибо большое.